Приветствую вас. Ну, смотрите, проблема может заключаться в том, что вы не выражаете в полной мере свои чувства, да, свои эмоции в полной мере. Не выражать свои переживания, вот, а не делитесь ими с своей девушкой, вот, что и вызывает у нее такие вот негативные эмоции. То есть, если вы демонстрируете своей девушке некую такую эмоциональную отстраненность, то вот скорее всего это будет воспринято ей вот как то, что вы пытаетесь что-то скрывать, даже если это не так, да, даже если у вас не было в мыслях ничего такого, вот, так что вероятно причина в этом, но конечно ситуация неоднозначна и понятно, что может быть есть какие-то еще другие причины. Вот, о которых вы просто, ну, мы просто не знаем. Вот. Сами, что вот вы пишете, да, стараюсь быть общительным, советую, что эта проблема остается. Скажите, как можно решить проблему? А для того, чтобы решить проблему, нужно специально пообщаться. И, возможно, нужно пообщаться даже с вами обоими, чтобы лучше понять, о чем вообще идет речь, да, и что именно беспокоит, что именно тревожит девушку. Причем речь идет именно о том, что ее тревожит. Речь идет именно об этом, что ее тревожит. То есть это именно вот тревожность, именно тревожность, это именно тревожность, это не что-то другое, вот, девушка тревожится, девушка не уверена в себе, вот, девушка там чего-то боится, скорее всего, чего-то боится. И, соответственно, ситуация вот разворачивается таким образом. Ну, в идеале, конечно, было бы хорошо, если бы ваш партнер сама признала бы тот факт, что она тревожится, да, вот, что есть определенные вещи, которые ее беспокоит, вот, был бы, конечно, в этом случае гораздо лучше и легче, вот, потому что тогда можно было бы уже работать с проблемой девушки, а так она, получается, обвиняет вас в глаз, говорит, что секретный выход прикладывается на вас, соответственно,
за свои переживания, что, конечно, не очень хорошо. Вот. Типа, ну вы объективно, вы, ну не знаю, если вы там, к примеру, если вы не привыкли, там, допустим, ну, выражать свои чувства, да, если вы не привыкли там, выражать свои эмоции, вот, то понятно, что делать этого, скорее всего, вы не будете. Вот. Просто потому, что вы не привыкли, и вам это может казаться там, ненужным, да, и прочее. Да, вот. Так что, в принципе, вас можно понять в эту ситуацию, конечно. Ну и девушка тоже, она переживает какие-то моменты, вот. Ну, я так полагаю, да, негативные моменты какие-то переживает, да, вот, поэтому по отношению к ней, как бы, тоже, возможно, нужно все-таки стараться сделать. Вот. То, что вы можете постараться сделать, конечно. Вот. Не в ущерб себе. Вот. И, на мой взгляд, ну вот, то, что вы можете сделать, это лучше выражать свои чувства, лучше выражать свои переживания, вот, лучше выражать свои эмоции. Вот, я говорю, я чувствую то, что вот, я чувствую то, что то, чего мужчина обычно делает. Вот, и еще желательно понять, что для девушки означает тот факт, что вы открыты. А? Открыты. Как она говорит? То есть им именно вот что для девушки это значит конкретно. Им именно что значит для нее тот факт, что вы открыты. Это тоже очень, ну, действительно очень важный момент. На мой взгляд, очень важный момент. Вот. Потому что если она, например, там чего-то боится, да, допустим, то лучше будет, если она вам об этом скажет. Так лучше будет и для нее, и для вас. Вы так сможете просто получить больше информации о ней. Вот, и возможно, что здесь дело совсем не ваше, например, в деятельности, да, а в ее каком-то вот негативном опыте, который у нее раньше был, негативный опыт там связан. Переживаниями определенного рода, вот, и, ну и прочее, вот, то есть это вот такая история, на мой взгляд. По крайней мере, это вот то, что
я вижу. То есть я могу, ну, собственно, могу вам сказать. Вот. Ну, именно вот сейчас, что я могу сказать вам. Именно вот то, что исходя из того, что вы пишете, вот, можно вам дать. Вот, в принципе, так. На этом, я думаю, все. А если вам мой ответ понравился, то буду благодарен за его оценку качества лучшего. Вот. Посмотрите вариант пообщаться вместе с психологом, но почему вместе вдвоем, пообщаться с психологом. Вот. Смотрите, такой вариант для вас обоих может быть это будет в какой-то степени полезно вам. Может быть. Я не берусь утверждаться это, но наверняка. Ну, может быть, это будет на вас полезно. Вот, я вам желаю удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Она будет сходу, надеюсь, что вы сможете найти из нее выход. Я надеюсь, что сможете найти из нее решение. Вот. Из ситуации своей ситуации. Вот. И я надеюсь, очень что по итогу ваши отношения сохранятся, и вы сможете выстраивать их абсолютно свободно, да, абсолютно спокойно и, ну, непринужденно. Я очень надеюсь, что это будет так. Вот, ну, если вы сами захотите пообщаться, также обращайтесь вам помощью. Будем рады вам помочь. Вот, я вам желаю всего самого доброго. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Вот, желаю вам всего самого доброго.